6 сентября 2021 года в Париже остановилось сердце великолепного французского актера театра и кино Жана Поля Бельмондо. Ему было 88 лет. Он ушел тихо, спокойно, в своем парижском доме, в своей постели, как и желал, обмолвясь в последнем интервью, что не боится смерти. Смерть – это сон. Вот так его Господь и принял. Да, Господь принял как тленного. Но Франция и все мы простились с великолепным, как с достоянием Французской Республики, как сказал президент. Мы все узнавали в нем себя. Сентября 2021 года проходит эта церемония прощания с Жаном Полем Бельмондо во Дворце инвалидов. В современных условиях сложившейся санитарной ситуации на прощании присутствовали тысячи человек с санитарными пропусками, а остальные могли наблюдать церемонию и проститься через два больших экрана, на которых демонстрировались кадры из фильмов маэстро, под музыку, под которую он желал, чтобы его провожали в последний путь. Музыку Эннио Морриконе из фильма «Профессионал», ставшего культовым фильмом, впрочем, как и узнаваемая музыка из этого фильма. Актерская карьера Жана Поля началась в 1957 году. Ему не пророчили ее успешной из-за некиношного лица. Но мы-то с вами знаем, что главное в актере присутствие харизмы, которая била ключом в этом классном французе, который, кстати сказать, объявил своему отцу, известному скульптору, что он хотел бы стать клоуном. Но этому брутальному актеру удавались разноплановые роли. Их было сыграно, а главное, пережито им более 100, где все трюки, кстати сказать, он выполнял сам, без каскадеров. После национального прощания с Жан-Полем Бельмондо на площади инвалидов на следующий день, 10 сентября, последний поклон пришли отдать в Парижскую церковь Сан-Жермен-де-Пре его семья, друзья и коллеги. Вот вы видите, среди них был и Пьер Ришар, уже тоже старенький, на костылях, Ален Делон, тоже с палочкой. Эти актеры французского и мирового кино были не просто коллегами Жан-Поля, но и друзьями. Месье Делон, ой, осторожно, но чертовски красив этот мужчина, даже в своем почтенном возрасте. Поклонницы баловали Жан-Поля Бельмондо своим вниманием. Но женат он был всего 2 или 3 раза, в разных источниках по-разному написано. Первая его жена – французская танцовщица, с которой прожил он 13 лет и имел в браке 3 детей. А это очаровательная блондинка Нати Тардивель, манекенщица, вторая жена Жан-Поля. Молодая девушка показывает знаками, что ей должны дать маску. Это 4-й ребенок маэстро от 2-го брака. Счастливая семья Бельмондо. Первый брак Жана Поля. 3 детей. Это 2-я дочь месье. Гонщик Формулы-1 его сын
и второй брак с Натти. Натти Тардивель, манекенщица. До брака они жили с Полем уже 10 лет. И, наконец, узаконили свои отношения. А через год Поль стал отцом в четвертый раз. Отцом дочки Стеллы, которую назвал подарком. У Жана Поля случился инсульт, и Натти его выходила. Но, к сожалению, через 6 лет они все же расстались и разошлись. Но остались большими друзьями и в жизни друг друга всегда присутствовали. Красавица Стелла, как говорят, унаследовала красоту матери, но характер отца. Это последняя мадам месье Бельмондо. С ней он не стал судиться после того, как она увела с его счета 200 тысяч евро обманом. Он просто расстался, оставив ей такой подарок. Итак, все прибыли на прощание, на мессу в церковь Сен-Жермен-де-Пре в Париже. Thank you.